1 февраля тариф по системе «Платон» вырастет до 2 рублей 20 копеек за километр. Сейчас плата за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн составляет 2 рубля 4 копейки. Это уже второе повышение цены проезда за полгода. До этого тарифы менялись 1 июля прошлого года. Тогда ставку подняли на 14 копеек. Напомним, что старт системы «Платон» состоялся осенью 2015 года. С этого момента все без исключения федеральные трассы России стали платными для транспортных средств, полная масса которых превышает 12 тонн. Полученные средства государство направляет на строительство новых и ремонт существующих дорог. По последним данным, в системе «Платон» сейчас зарегистрирован 1 миллион 300 тысяч транспортных средств. По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась почти на 5%. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Средняя выплата, напротив, выросла более чем на 2%, что потянуло за собой рост общей суммы выплат со стороны страховых компаний. За год количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,5%, а количество заявленных страховых случаев стало больше на 3,5%. По мнению Союза автостраховщиков, цена автогражданки снизилась благодаря реформе, которую провел Центробанк. С начала 2019 года тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, были реформированы коэффициент возраст-стаж и коэффициент бонус-малус.